вратаря атакует. Они в середине поля, теперь по опорник, полузащитник. Часто и долгое время, между прочим, присутствует Черновцов. Владельцы клуба заявляли опасный момент. Футболист он дачи, мяч покинули. Кисловские дачи, навес. Мог бы там замыкать. Высокий, рослый, с грудью сакси. Так что опыта у Поповича совершенно справедливо. Продлил контракт с дачей и украинский легионер команды Славен Степанович. Может и пробить Славен Степанович, может быть сейчас. Показал, что Абаску убил Арси. Он и представляет впереди какой-то время назад ему пять вместо основного составе. Сейчас, в общем-то, он вернулся. Но, наверное, у него не есть плохо. Момент у него занимало. Кишиневский Зимбру. Все штрафные удары. Здорово там играет Владимир Липшиц. Выгоняет буквально все такого слышки. Да и не нужно. Бурлаков теряет Бурлаков. Низери, македонец мячом. Главой удар одного из защитников Зарис происходит раньше времени домой. Матч решается 19-15. Славен Степанович штрафной из этого. Есть футбол. Удар по воротам. Подскользнулся. А у нас, собственно, Волков пустит рублевку для разминки. Я не исключаю, что после первого тайма будет заменен Василий Павлов. Очень опасный выход из ворот. Будет сомнение, что Василий Павлов будет расхлябан в этом эпизоде. Действовал Качук. Снова к нему мяч добрался. Евгений Качук. Передача на... оставлял Василию Павлову. Ник Боги. Боги тоже давненько мы не видели. Сегодня с капитанской повязкой. Максим Михалев. Есть пространство. Нужно идти и правильно делать. Иди, иди. Говорят ему партнеры по команде. Можно простреливать. А вот примерно так. Чуть-чуть назад. Позиционная ошибка. Низель. Низкому ему ловить нечего, поэтому был перемещен на противоположную половину поля. Оттуда будет и атаковать. Неточные передачи, те минуты до завершения первой половины встречи. Но команда не пропустит. И, по-моему, первая команда в национальном чемпионате, которая... Ох! И тут возможности взял бы его. Ну как, передача... Ну, неточная передача. Мяч оказался у Евгения Качука. Владимир Заставный. Здорово играет с Качуком. Открылся на свободное пространство Качук. Можно пробить! Гол! 1-0, друзья, в конце вот этого первого тайма. И гол сотворили трое футболистов. Когда проводили трансляцию, сейчас обошлись без этого. Владимир Заставный, передача Заставного и гол, еще один гол. Смотрите, это нокдаун, это не знаю, как хотите, так и называйте. Снова Владимир Заставный принял участие в этой атаке, отдал здоровскую передачу на открывающегося свободно. Эффективно, как и в предыдущих матчах. В общем-то, неплохо получилось. Это переговаривались по Зари произошла и первая замена. Вышел из игры Владимир Расулов, который играл под 15-м номером и который был практически незаметен. Вместо него на поле играет Николай Жасан, опытный футболист, который не самым слабым российским чемпионом. Сейчас, наверное, такое логическое решение. Ударить можно, может, по воротам. Такая задумочка была неожиданная, или понервничал сейчас в левой верхней части табло, что де-факто означает 52-я минута матча и смело минута второго тайма. Бижан. Есть пространство у Бижана. Прострел. Сыгрлаш. Абдулгафар вчера
Молдову прибыла его супруга, ну а свадьба Мизерии состоялась в Македонии недели три тому назад. Неплохой такой удар, скажу я вам. Жасан. Можно побить сейчас. Вот передача такая разрезающая, здоровская передача. Асфальт. Мизерии отдал передачу как раз в то место, где находился Петр Лев. Раца. Получает передачу от Секу. Раца здорово там на Секу. Артем Удачев. Вроде игра становится более интересной. Сейчас налево. Игорь Цигурлов снова поменял фланг. Мизерии. Опасно. Это как создавать салаты. Наверное, об этом ему говорили тренеры. В перерыве матча хорошая передача на Цигурлаша. Ух, момент какой был, смотрите. Которые вот такие действительно голов они еще не забивали. Кстати, после первых таймов нужно пробить. Гол, конечно, забит, но сказать, из-за желания этого парня просто огромный, просто сумасшедший, забивать можно. Я думаю, все-таки это можно назвать права. Дачу немало легионеров, немало футболистов разных континентов, из Африки, Саполь Мани, например, из Того. Опасно. Богю. Казалось бы, ой, как с ребятами вроде. Ох, что хотел придумать. Профессиональная дивизия, потому что футболист бьет к нему. Все это правильно. Бурлак. Я думаю, немного сплоховал. Уходил. Потом вернулся обратно. Есть кто-то, который выиграл в прошлом туре. Хорошо, Вячеслав Подебенный. Можете ударить. Совсем сыгранную, немного сырую команду, обыграл ее на классе. Так что, о, какой момент, это было прям справедливо-справедливо. Забили с нами. Кишневская дача, счастливо.